Крыж стоїть на високім пагорку над речкою у самому центрі Кледнявичів. Тут ще недавно була хата, яка залишилася без господаря. Місцеві влади наводили порядок у вёсці, пустую будинину згорнули, під подмурком знайшли вялізний валун, а під ім – кам'яний крыж. Мені кажется, этот крест рукотворных дел, и, видимо, он, скорее всего, был на могиле у кого-то. Старожилы рассказывают, что на месте, где знайшли крышу, старые часины стояла церква. Побач местились могилки, вельми верогодно, что миновито оттуль старожитная знаходка вяде свое походжение. Теперь крыш поставили у Кледнявичах, как сведчине богатой истории вёски. Пускай он стоит, и даже вот дети иногда приходили, даже хотели найти здесь золото. Вот. Но не нашли? Нет, не нашли. Старожитный крыш вычесан из цельного камня, але на им не бачны ніякія надписи. Камень выгнутый, нібыта обдымая простору. До его хочется докрануться, як до тривалого светки минулых стагодзяў. Ну, это история своего рода, на мой взгляд. И ощущения такие, ну, до нас жили люди, и после нас будут жить люди. Ну, вот это, наверное, то, что вечно. Ілона Іванова, Юрій Ілбоўніков. Новини регіону.